Живое человеческое слово и вежливая улыбка значительно ускоряют процесс коммуникации, например, в общественном транспорте, особенно если он переполнен, как это бывает в час пик. Предположим, вы сидите на месте, около окна, слева от вас пассажир. Не нужно вставать молча и сразу же двигаться в сторону выхода. Пожалуйста, сначала обратитесь к нему и спросите, будете ли вы сейчас выходить? Или скажите, разрешите выйти? Тогда человек встанет и вас выпустит. А в противном случае и ему будет дискомфортно, и вам будет некомфортно проходить через узкое пространство между его коленями и стеной, например. Не все пассажиры помнят правила. Если вы не выходите на следующей остановке, не надо занимать место у выхода, пройдите в салон транспорта. Вот из-за таких людей, когда вы собираетесь выходить из трамвая или автобуса, лучше спросить у пассажиров перед вами, будут ли они выходить, чтобы не пропустить свою остановку из-за замешкавшегося соседа. Если он наушников, заденьте его тихонько по плечу. Просто аккуратно, не нужно его толкать, не нужно кричать, потому что люди разные бывают. Иногда мы просто в своих мыслях находимся и чего-то не замечаем. Предельно вежливо, аккуратно общаемся со всеми людьми. Если вы стоите на подножке и сейчас кто-то планирует выходить, обязательно выйти из общественного транспорта. Считаю это не очень корректно, тот факт, что вы загораживаете проход и не уходите из него. И вам неудобно, и людям неудобно.